В Беларуси с 1 января следующего года вводится новый режим налогообложения – налог на профессиональный доход для самозанятых. Новшество предусмотрено обновленным налоговым кодексом. Речь идет о физлицах, у которых есть профессиональный доход от деятельности. Перечень видов деятельности, которые подходят под новый режим налогообложения, в ближайшее время утвердит правительство. Как поясняют в Министерстве по налогам и сборам, новый налог – это альтернатива уплате подоходного налога и страховых взносов в ФСЗН. Ставки будут включать не только налоги, но и отчисления в Фонд социальной защиты. То есть любой самозанятый гражданин, который будет пользоваться этим режимом, не только оплатит налоги государству, но и будет накапливать на свою будущую пенсию. Налог будет исчисляться, исходя из полученного дохода, и составит 10% до размера выручки в 60 тысяч рублей. Переход на новый режим налогообложения добровольный. При его выборе плательщику не нужно будет подавать налоговую декларацию, а все взаимодействие с налоговой службой будет происходить внутри мобильного приложения. Человек может вообще не общаться с налоговым органом, это все будет происходить в электронном виде, то есть это будет приложение «Налог на профессиональный доход», оно в том числе и мобильной версии будет существовать. Человек, если хочет уплачивать налоги, налог на профессиональный доход, он может зайти туда, зарегистрироваться, послать нам уведомление, что он будет применять этот режим налогообложения. И через это приложение фиксировать все свои услуги, которые он оказывает, ну, как бы как чеки формировать в этом приложении. И к нам будут поступать, через порта к нам будут передаваться сформированные платежные документы гражданинам. И налоговая сама будет рассчитывать налог. И не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который надо будет заплатить, будет предъявляться к уплате налог.